Первое выступление оркестра «Северная симфониета» на большой сцене. Коллектив был отобран всего 4 месяца назад и за это время успел сыграть на 2 летних фестивалях. Музыканты мюзик-холла в оркестр попали через строгий конкурсный отбор. На 70 мест заявки подали 420 конкурсантов. На одно только место претендовали 10 арфисток. Дирижер Фабио Мастранджело гордится тем, что теперь у мюзик-холла есть собственный оркестр. И для открытия сезона он выбрал рапсодию на тему Паганини Рахманинова и 2 произведения Прокофьева. У нас есть мечта сыграть все фортепианные концерты Рахманинова. Так что я надеюсь, что это работает, этот концерт, как закуска, как визитка для проекта, который будем осуществить на будущее. За фортепиано Екатерина Мечетина, пианистка мирового уровня. С рапсодией на тему Паганини у нее особое отношение. Дело в том, что я его играю практически всю свою сознательную жизнь. Довелось мне его выучить еще в 5 классе ЦМШ, что было достаточно рискованно, как мне кажется. Но тем не менее, произведение, которое звучит часто, например, в руках конкретного исполнителя, оно от этого только выигрывает, потому что оно приобретает все новые и новые грани, и осмысление в том числе. Еще одна новость: у мюзик-холла появится свой хор. Уже объявлен конкурс, а в декабре по плану в театре премьера «Алиса в стране чудес».